Микрофон включил. Все. Все. Хаюшки. Это диджей-шот Волкер. И со мной друг Рон Келлер. Мы проходим в Warframe, сетевой забег. Рон. Ты уже задолбал уже это повторять. Честно. Поприветствуй всех, сучка. Да-да, именно это я и хотел сказать. Дело в том, что, ребят, мы провалили уже 2 летсплея. И все из-за шана. Первый случай, короче, провал. Мы записывали хороший летсплей, прям такой охуенный. Но у меня почему-то был один черный экран. А второй летсплей, я не включил свой микрофон. Сука, в рот ебал. Сейчас посмотрим, как будет этот реплей. Да я вообще хуею. Ой, я не могу. Ты покинь. Так, первый летсплей так мы... охуенный был, такой охуенный. Но ты его запорол. Это было весело. Погоди, я сейчас проверю, у меня записывается. Проверь, иначе я тебе потом. Записывается, все нормально. Так, дорогие друзья, так, стоп, сзади, смотри, крестик. Короче, друзья, предупреждаю сразу, мы проходим одну из самых сложнейших миссий, в общем. Ух ты, нихуя. Я сразу, ух, нихера, сколько поналетело. О, ядовитый, бля, идет. Сука. Ух. Мочи его. Меня отравили? Меня тоже. О, все, мы его убили. Как это быстро, блин? Мне кажется, что мы немножко упоролись. Да ладно тебе, всякое бывает. Ух, бля, я до сих пор играю, как мы так 2 летсплея просрали. Я тебя ненавижу за это, между прочим. Да ладно, третий раз мы записываем... Нормально, я надеюсь. Да, я заценю потом. Ты сегодня же выложишь, нет? Или завтра уже? Сегодня я конвертирую, завтра, по-моему, выложу. Ну, постарайся. У тебя это будет утром, у меня это будет уже... Как позже. А, нет, да я, по-моему, в обед проснусь, у тебя будет, по-моему, 6 утра. Он неубиваемая тварь. Все, мы его убили. Одним огнестрелом. Это очень, кстати, тяжело, поэтому... Хм. Да не, реально, одним огнестрелом запили тяжело их было. Мне вот так кажется, что тут был целитель, и он прям улетел. Мы его не успели убить. Да, мне кажется, то же самое. Интересно, все-таки божок. Ну куда же тут играть без бага? Как играть и не найти баг? Вы о чём? Ну, дело в том, что экран находится в ОБТ, поэтому багов тут предостаточно. Например, когда ты убираешь текстуры, всякое подобное, то, в принципе, какая игра без такого, без этого? Да, Шадик? О, целитель. А нет, целитель. Ты меня не спрашивай, у меня вообще сегодня плохой день. 2 летсплея в жопу. Да. И это виноват. Ух ты. Во всем виноват, ёбаный хард. Бандикам, сука. Это жалко, что я еще не... Там яд, так что... Я вижу, он меня уже мочит. Это слава богу, что я еще не записываю фампс, он больше места жрет. Я знаю, нам надо. Ух ты, я застрял. Прикинь? А, нет. Ёбаный рот. За целитель еще не лечится, говно. Ой.
Да, нас конкретно мочит что-то, Рон. Я не знаю, как тебе сказать. Блин, ребята, не проверяйте скайп, это у меня. У меня 80 хп. Нихера мне мочит этот говно. Так, это говно почти сдохло, но надо его... О, я это... Всё. Ах. 45... 30... Ёп! 30 хп, ёпаный рот. У меня 77. Бля, там их двое ядовитых. Так, мы сдохнем, короче. Я пойду уничтожать машину. Нам следует бежать, потому что... Да-да-да, кстати. Вон, бежи. Уничтожи эту хрень. Так будет, будет быстрее. Блин, так, они вон. Тут сюда. Вон они идут сюда, мать вашу. Мне надо сейчас проверить, записывается или нет. Я уже сомневаюсь в своем компе. Мочи, мочи, мочи. Я тебя прошу, мать. Бля, его полечили. Ты смотри, чтобы он не атаковал, то он лечит себя так. Ой-ой-ой. Блин, все равно лечится. У него реген больше, чем у нас дамаг. У меня 10 хп. А вон лечитель за него. За ним идет. О, целитель пришел. Вот целителя запилим, и тогда можно будет нормально. Я влиняю отсюда. Бля. А, это не тупик. Иди сюда, Рон. Рон, быстро, быстро. Сюда. Меня отравили, блин. Вот тут вот зажимай пробел. Прыгай, быстро, зажимай пробел. Ушли. Слава богу. Так, ребят, это был очень опасный момент. Зато красиво тут было. Да-да-да. Очень приятно, я надеюсь, мы к ним не пойдем. Можно бегать. Ух ты, мать твою! Идем, идем, идем. Пили его, пили, пили, у него чуть-чуть осталось хп. Пилю, пилю, пилю. Бля, откройте дверь. Где он? Бля, собака. Уйдем! Меня убили. А у меня в пистолете 0 патронов, я не могу в него стрелять. Блин, и мне тебя не спасти сейчас. Потому что у меня тоже 0 патронов. 5 секунд. Помоги. Я сейчас сдохну. Ты. Я знаю. 2. 1. Фак. Ладно, меня возрождение. Тоже. Я возрождение пойму. Ух, давай лучше пропустим этих говнюков. Мы их долго пилить будем. А вот. Во-во-во! Есть. Только у меня патронов не осталось, печально. Вот и у меня тоже. Там дальше целитель, так что... Угу, давай сразу далеко его. Лечится. Опа. Там сзади еще целитель. Твою мать. А кого... Ладно, я этого целителя возьму. Шлюха, он лечит себя. Как так? Ай. Типичная жизнь для сплещика, блядь. Да-да-да. Ой, ё, за мной я. О, я его убил, охренеть. Я ну, тоже нахер, убил, на... нахер, нахер, нахер его. Нафиг его, нафиг. Жопу, большую жирную жопу. Только не мою. Боюсь, жопа-то не такая уж жирная. Спасибо. Так, на втором этаже. Я забыл. А нам как на второй этаж попасть? Иди за мной. Вот лестница. Да блин, ну там яд. Какой яд? Я, блин, не вижу лестницу.
Да вот, вот. Нашел, нашел. Там ядовитый внизу стоит только. Блин, он меня так бесит, раздражает. Ну, ты... это всех это, наверное, раздражает. Им бы так. Переработать их. Давай, ты уничтожай правый, я первый, вот это вот слева. Так, значит, две. Надо еще будет одну уничтожить, потом добраться. Да, она вдалеке. И вот как всегда, сейчас мы вот это вот уничтожим, мы пойдем назад, а там их до хера будет врагов. Только мне интересно очень, зачем вот это нам уничтожать? Мне всегда интересно, а вообще. Так, я сейчас проверю, запись у меня идет. Ну, если даже это будет фейл, то это будет... Так, вон, нет, вон все ядовитый, я знаю, куда мы пойдем, канату, блин. Да, лучше его не атаковать. Я говорю, по канату, по канату, но, блин, если он нас заметит, нам... то проблем. Все нормально. Я вот сейчас почувствую, что сейчас вылезет из двери еще. А? Так. Пока все... Фух, пока все тихо. Это радует. Да, только я не смогу тебя спасти, у меня патронов для, для пистолета только есть. А у меня для... только 35 патронов, первая обойма. Поэтому буду использовать винтовку. Да, используй винтовку тогда. Вот почему надо было все-таки мне купить пистолет. Тогда да, автоматик охуенен. Да. Так, во, мы рядом. Почти добрались. Главное, чтобы здесь не было никаких. Нам не еще выше надо на уровень. А, точно. Мне кажется, это здесь. Ой, друзья, походу мы начинаем в тупники ловить. А нет, походу мы уже нашли. Я нашел, я просто ящик добил. Ага, вот иначе. А ладно, бывает в тупники все-таки. Да-да-да. Без этого. Так, мне тут звонят, но я потом отвечу попозже. Окей. О, идем правильно. Так. Бля, сейчас, наверное, вылезут какие-нибудь хуеплюты. О, вон внизу танк. До него бы еще добежать. Угу. Так, тут закрыто. Сбоку. Запили пока танка, я сейчас это. Отвечу тут все-таки, посмотрю, кто там будет. Угу. Тогда быстрее. Все, ответил. Я посмотрел там, кто. Я написал, что я занят. Блин, так. Мне тоже в скайпе пишут, не поверяйте, ребята, это у меня. Не-не, иди сюда, ты куда побежал? А чё? Ты уверен, что нам туда, а не туда, напрямик? А, точно, точно, точно. Блин, задолбали мне в скайп писать. Ты прикинь, как только я начал свой первый летсплей снимать, побежали сообщения. О, ты забросил писать треки, ты чё такой хуй сорвался? Так, дорогие друзья. Ух ты. Какие друзья? Да-да-да. Какие друзья? Будем надеяться, что там нет никаких отравителей и прочей ереси. Почему? Вот они. Вот сейчас накаркаю, сейчас вылезет какой-нибудь зеленый хуйло. Я тебе потом палочкой бо вазелином намажу. Я так надеюсь, что у нас... С экстрактом алоэ вера. Боюсь, вера нам тут уже не поможет. Я, по-моему, не допрыгну тут. Сзади тебя собаки. Я знаю. Ом-ням-ням. Ом-ням-ням. Хорошо, что мне щит реген поставлен. Охуенный пати. Так он регенится быстрее. Задолбали. Блин, да сколько их будет? Слава богу, пока что собаки. Быстрее, беги. А не эти зеленые хуйлы. О. Я чуть в стенку не вписался. О, я ошибся, тут зеленый хуйлы целитель. И тут темно.
бежим. Так, я рывком. Да-да-да-да, я тоже. А, нахер эти ящики. О, мы уже пришли. Ебать. Быстрее. Все, я у точки. Я тоже. Сзади тебя столько бежит. Да я знаю. Нам так повезло сейчас, конечно. Да. Что, давай еще раз. Поиграем, наверное, закончим на этом. А то мы уже играем 16 минут. Не, мне уже хватит, честно. Не, давай еще раз. Давай еще раз, тогда что-нибудь такое уже. Покороче. Калорис, все-таки пойдем. Окей, давай в то калорис. Ну что там самое легкое, всех перемочить. Сколько там, 100 что ли? 50-60 обычно. Сейчас проверю, записывают у меня. Да-да-да, прикол опять кучка. Жопа. Так, пока записывается, все норм. Бля. Все. Вообще, расскажи, как у тебя дела, как жена, дети? Нет, у меня ни жены, ни детей, так что успокойся. Парень, полегче. Сейчас палочка тебе долбану. Опоздал, я первый. Или я возьму этот... Вазелин. Сам сказал. Или твои извращения с как ты. Да ты шо? Шо ты говоришь такое? Так. Во, я их вижу. Как думаешь, они опять кучкуются? Кучкуются, да. Уже видно. Кучкуются. Во, видно, во. Хуйня, хватит. Да. Только ты один там справляешься спокойно. Не факт. Я взломаю. Ломай. Так, сейчас первый микрофон записывается, все заебись. Ой, ко мне какашка приклеилась. Ну ты понял, про какую какашку я? Я понял, мозги. Ух ты, нихера! Да что ты их под жопу просто напинал и все. Да подумаешь. Все же просто. Кстати, мы сзади кого-то оставили, мне кажется. Сейчас пойду по... Там сзади кого-то да, оставили. Да. Я убил в полете. Молодец. Интересно, а почему ты у меня на карте не обозначен? Обозначен. Должен быть точечкой. А, точечкой белой, наверное. Нет. Ты у меня не... Зеленый должен. Не обозначен, таким. На миникарте. Я не существую. Нет, странно. Так, дорогие друзья, мы устраиваем... как? По земному сектору полеты. Да? Как правильно называть? Охуенный пати. Нет, это по-другому называется надо. А, у нас такой легкий поход. Ну да. Мы решили перекусить. У нас тут поход в забегаловку, у нас мясо. Что я не успеваю убивать. Да. Это винтовки смочишь, гад. А, вот. Еее. Ладно, я тоже закусил. Упала. Что? Упала моя хуйнюшка. Под дудку запилить. Одинокий пастух. Ух ты. Мне вот кажется, что мы сзади кого-то оставили. Пойду поверю. Нет. Нет?
странно, почему-то у меня карта красная. Обычно она должна белой стать. Если сетка чистая. Не, просто я в бою. Я в бою. Палец. Какой нахуй палец? Ну, средний. Ну что? Только хотел сказать, палец вверх, только является мизинцем в саге. Я не понимаю, что происходит. Ты думаешь, я понимаю? Я застрял. Я застрял. Как он эпично улетел. Да. Там внизу кто-то остался еще. Ну сзади кого-то стоят. Я нашел. Эй, засранка, ты где? Че за все тут? Она еще убегает. Ага. Путана такая. Путин пуй. Если вы понимаете, о чем я. Кто не понимает, тот лох. Ставьте Лоис, если Рон дурак. Что мне все покраснело. Ух ты. Чё-то они любят мясо. Что-то они тут вдвоем стояли около этого столба, как будто они в сосус целовались. Это извращение от США, я тебя боюсь. Да ладно, бывает. Наша жизнь пошлая. Жизнь пошла. Пошла на. А вот еще пошли. Пошла на. Я тебя не знаю, иди домой. Нигдого синтеза. Ай. Так, еще двоих надо убить. И одного. Во. Все, можно бежать отсюда. Да, только ты разблокировал дверь. Какую дверь? Тут блокировка стоит так-то. А, ну разблокируй. Я потому что уже далеко ушел. Не, никак. Ладно. Я застрял. Шутка же. А, я взламываю. Ты уже взламываешь? Да. Так. Готово. Перехват управления удался. Ты меня кто-то стрелял. Прикольно, да? Ты вообще где? Я тебя не вижу. В жопе. Секс-шопе, да? Да-да-да. Так, сколько мы уже там? 24 минуты вроде. Дорогие друзья, мы в завершающей части нашего путешествия, то есть нам надо только добежать до этой... Да, и не сделать так, чтобы первый летсплей таким же получился. Да-да-да. Один черный экран, 37 минут длительности. Извините, конечно, да. Что так коротко будет, но похуй, нам спать пора. Не, черный квадрат Малевича просто отдыхает. По сравнению с моим летсплеем. На 37 минут. Так, смотрите. И еху! Да! Я заснял. Это называется как не надо. Хорошо, что приближение винтовки помогает тебя заснять. Это было. Считывается. Охуенная пати. Да. У меня уже время
полночь и 2 минуты. Итак, дорогие друзья, большое спасибо вам за время, проведенное с нами. Да, за 2 летсплея. Ты просто... Хуесос. Ой, ты вообще меня... Парень, полегче. Ну ты полегче давай. Так, ладно. О, ладно, друзья, мы прощаемся на этом. Кстати, да. Рон Киллер тоже. Еще. Рон Киллер тоже прощается с вами. Да, Рон? Да. Подписывайтесь. Потому что потом он. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.